И всем привет! С вами MrPro, и сегодня покажу вам патч Windows 10 для Майнкрафта 0.14.0 PL6. Что ж, во-первых, у нас меняется целиком новое меню. Остается кнопка Play, которую вы можете зайти. Добавляется новая кнопка ачивки. К сожалению, она не работает, так как ачивок нет в Майнкрафте Pocket Edition. Остается также кнопка опции и кнопка скины. Но также у вас добавляется графический вид скинов на главной панели, который вы можете также перейти быстро в скинпаки. Добавилась поддержка обращения Mahjong. Вот, вы там можете написать свой отзыв. Здесь добавились новые разделы. Это Realms. Вот. Создание нового мира также выглядит. И добавление своего сервера или добавление своих друзей. Но добавление своих друзей пока еще невозможно. Что ж, заходим в обычный мир, и что же мы здесь видим? А мы можем заметить, что у нас, или нам изменили инвентарь. То есть инвентарь стал совершенно другим. Мы все это видели в предыдущих обзорах. Но здесь просто добавили поддержку 6-го билда Майнкрафта. Ну и также здесь изменились цифры. Изменился инвентарь игрока. Изменился целиком крафт. Да, изменилось все. Сейчас вам покажу, как изменился крафт. Да, наверное, все хотели посмотреть на крафт. Так. Ну что ж, как видите, крафт целиком изменился. Да, не просто вот такие цифры или какой-то интерфейс, а целиком изменился сам крафт. То есть, этот патч приносит нам большие изменения. Я не знаю, как еще назвать, но патч это просто глобальное обновление Майнкрафта. Это просто супер. Также изменился инвентарь, режим креатива, да. Все изменилось. Ну, просто супер. Я не знаю реально, чего еще можно сказать. Изменился инвентарь, когда вы находитесь в сундуке. Да, все изменилось. Я еще раз повторюсь. Ну, давайте сейчас вам покажу, как выглядит ваш интерфейс в режиме выживания. Так, переходим, заходим. И что же вы можете наблюдать? А вы можете наблюдать, что весь хотбар переместился в нижнюю полоску. То есть все теперь находится внизу. Да, и довольно удобно. И разработчики это все заметили. И в скором времени они могут это добавить. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.